Мне нужно отдать все силы ради победы. Настрой максимальный, права на ошибку нет. Мы в финале. Челси Арсенал. Пришло время лондонского дерби. Встреча двух лондонских команд всегда приковывает внимание болельщиков во всех странах. Пусть и Челси с Арсеналом никогда не враждовали. Но мы уже привыкли видеть гонку этих команд вверху турнирной таблицы Англии. Челси отобрал мяч у соперника. Смотрим состав Арсенала. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер из... Рэмзи! Это гол! Счет открыт. Давайте, давайте, ребята, раскрывайтесь. И хотел бы увидеть еще Завидовича в этом финале. Влетает в ворота рикошетом от штанга. Да, действительно, здесь игроку немножко повезло. Мяч в центре поля. Арсенал только что повел в счете. Нголо Канте. Давид Луис. Морат. Фабригас. Плохо сыграно, мяч потерян. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Легко поймал этот мяч голкипер. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Все просто. Вынос. И за боковой игрок Арсенал ведет мяч в игру. Гранит Джак. Шкодран Мустафи. Начо Монреаль. Пас на ход партнером. Генрих Мхитарян. Точности не хватило. Мяч пролетел над перекладиной. Маркос Алонсо. Пас на ход, может быть интересно. Дошла передача до Азара, он с мячом. Управляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Как он работает с мячом, всех обыграл. Ушел мяч за боковую, Арсенал сбрасывает. Ну послушайте, надо больше тренироваться, так вводить мяч в игру нельзя. Фабрикас. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Пол команды обыграл, ничего себе! Месут Озил. Угловой в пользу Арсенала. Навешивает Озил. Так и должен играть вратарь при угловом. И пробил. Угловой для Арсенала. Зил подает с углового. Шкодран Мустафи. Отличный сейв вратаря. Жоржини. Педро. Морат. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Пьер-Эмерик Обамеянг. Такой момент у Обамеянга. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, это действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Азар. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Озил! Выше ворот.
Педро. Ох, какая классная передача от Педро пошла. Эден Назар. Можно сделать навес. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Хорошо мяч перехватили в атаке. Челси перехватил мяч. Эктор Бельерин. Поактивнее нужно действовать Челси, чтобы забить в этом матче. Не будем забывать о том, что сегодня накануне только трофей Лиги Европы УЕФА, но и путевка в главный клубный турнир Старого Света на следующий год. А это сулит клубу не только участие в более престижном соревновании, но и очень серьезное финансирование со стороны УЕФА. Фабригас. Морат. Сеск Фабригас. Челси идет вперед по флангу, не встречает их там никто. Не рассчитал силы и навес всех штрафной прилетает. Фабригас. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. А это шанс один отыграть. Бей! Угловой в пользу Челси. С углового подает Педро. Удар. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Эден Азар. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Из учебника передачи сейчас получилось у Мхитаряна. Наносит удар игрок. Вратарь! Вот это сейв! Угловой подаст Арсенал. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Мяч вперед идет к чужим воротам. Жоржиньо! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Разгадали замысел. Есть вариант для паса на ход у Фабригаса. Вратарь забирает мяч. Момент. Нет, офсайд. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Ну и тайм мы увидели. Голов на двоих хватило бы в этом финале. Преимущество полное одной из команд. Конечно, рано еще о чем-то говорить. Любые счета бывают отыгрываются, но пока что. И мы снова на финале. Второй тайм начался. Вперед, команды! Вперед за трофеем! Решающий момент Лиги Европы УЕФА настал. И впереди есть адресат. Здорово его заметил Озил. Арбитр видел нарушение, но даст. Это штрафной. Удается ему остаться с мячом, несмотря на прессинг. Фабригас. Жоржиньо. Не успеет игрок за этим мячом. Вратарь сыграет первым. Челси отобрал мяч у соперника. Луис. Ушел мяч за боковую, Арсенал вбрасывает. Сеск Фабригас. Даже долго копавшись, вы не найдете изъяна в действиях этого игрока. Фабригас по-футбольному умен и по-житейски смекалист. У него что не передача, то изюминка.
Арсенал будет подавать угловой. Навешивает Озил. Накрывает этот удар игрок. Озил навешивает. Навес на деревню дедушки. И мяч выбит из штрафной. Угловой зарабатывают футболисты Арсенала. Просто какой-то злой рок. Получил он травму и вынужден покинуть поле. Желаем ему скорейшего выздоровления. Озил подает с углового. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Аут бросает Арсенал. Хорошо мяч перехватили в атаке. Н'Голо Канте. Абумиян. Аарон Рэмзи. Вперед идет атака. Интересно может быть. Забуксовала что-то атака. И теперь будет удар от ворот. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить напора, страсти, скорость. Давид Луис. Антонио Рюдигер. Попадает под прессинг. Пошли последние полчаса игры. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Н'Голо Канте. Виктор Мозес. Интересно, пробьют его в итоге? Голкипер сегодня на ку. Эден Азар. Угловой в пользу Челси. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Канте! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Челси получает право ввести мяч в игру из-за боковой линии. Бартли. Маркос Алонсо. Ну, грузи в штрафную. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Генрих Мхитарян. Из учебника передачи сейчас получилось у Мхитаряна. Защита первая на мяче. Вынос. Основное время истекает через 20 минут. Есть пространство. Есть варианты для развития контратаки. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. По мячу попал, а вот по воротам... Болельщики довольны. Послушайте, как шумит стадион. Матч близится к концу, а их команда побеждает. Самое время попеть гимны. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Удар. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. И вратарь забирает этот мяч. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Антонио Рюдигер. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Альваро Мората! Ну как же так? Перед ним был один вратарь, и как он пробил? Хотел, видимо, порвать сетку мощным ударом, а получилось. Ну, мы видели с вами, что получилось. И великолепно Азар продолжает эту атаку. Маркос Алонсо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Надо собраться. Там поле кончилось. Туда пасовать не надо. Давид Луис. Жоржиньо. Антонио Рюдигер.
Хорошо мяч перехватили в атаке. Нигры здесь боковой фиксирует. Ревут трибуны, покидают поле. Наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Рэмзи. Абамия. Угловой номер. Какой номер? Озил подает с углового. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Мяч у вратаря. Все в порядке. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Азар. Эден Азар. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Наносит удар игрок. Если посчитать эти угловые, можно просто заснуть. Навешивает Озил и забирает эту подачу вратарь. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Кто-то считает вообще угловым? Озил подает с углового. Сейф, но атака продолжается. Все, мы знаем победителя Лиги Европы УЕФА этого сезона. Великолепный розыгрыш выдался и достойный финал. И эта команда абсолютно заслужила победу. Достойный победитель. Мы с радостью поздравляем всех болельщиков этой команды. Это потрясающий момент в истории клуба. Ну что, все готово к официальной части и награждению. Команда, выигравшая Лигу Европы УЕФА в этом сезоне, готовится принять этот престижный трофей из рук первых лиц футбола. Посмотрите на эти счастливые лица. Игроки уже готовы получить кубок. Им не терпится поднять его над головой. Отдайте его уже им. Ну, пора показать поближе болельщикам этот трофей. О, да! Они долго ждали этого и сил потратили не меньше. Моральных так уж точно. Ну что, сейчас будет сделана командная фотография с трофеем. Да, по традиции нужно запечатлеть этот исторический.